Говорю вам, это лето будет жарким. В Нью-Джерси температура уже достигает аномальных отметок. Сейчас, по ощущениям, градусов под 40. Что это там? Впервые за всю историю Нью-Йорка люди замерзают насмерть в середине июля. Что это? Мороз смерти. Он убивает одним лишь страхом. Кровь застывает у вас в жилах. Кости превращаются в лед. И последнее, что вы видите, как ваши слезы замерзают на ресницах. То есть буквально пугаешься до смерти? Так круто! Охотники за привидениями. Леденящий ужас. Скоро в кино.